Всем привет! С вами сегодня я, Михеева Аня, и у нас по совместному проекту с фэнтези сегодня третий этап, на котором я представляю мастер-класс. Совместный проект «Снег и скрипцы» называется. Итак, давайте посмотрим. Вот я приготовила две подложечки, значит, левый и правый разворот. То есть основу страничек своих создала. Значит, давайте по очереди. На левой страничке у нас будет водопад и из трех фотографий. Вот так они будут располагаться. Декор будет вот здесь, в нижней части располагаться, горизонтально. На правой страничке у нас будет обязательный элемент на третьем этапе — карман или конверт. У меня вот в данном случае будет конверт, который будет держаться на анкере. А под ним вот такая раскладушка. Вот так. Я думаю, тоже для трех фотографий. Сверху конверт у меня будет вот рамочка такая из глиттерного фоамирана. И весь декор я планирую располагать вот здесь, может быть, чуть-чуть каскадом на конверт, на рамочку немного, чтобы спускался декор. Вот, как-то так планирую. То есть обязательные элементы на этом этапе я выбрала снежинки, блеск и астролист. То есть вот, исходя из этих элементов, буду строить свою декоративную композицию. Итак, давайте начнем, наверное, с левого разворота. Построим сейчас композицию, конструкцию водопад. Вот я приготовила для нее, уже нарезала материалы. Все размеры я пропишу вам. Так как я использую в своем альбоме фотографии 7,5 на 10, то соответственно вот эти квадратики у меня такого размера. Вот эта полоса по ширине у меня 7,5, в длину вот вся ширина листа, но мы ее потом будем убавлять, и как по факту какая мне останется нужная длина, то и оставим. Так, значит, отмечаем сейчас. Двигаемся в сторону по 1,5 сантиметра. Раз, так как у нас раскладушка тройная, на 3 вставляем, что делаем 3 засечки. Закрываем по этим линиям.
Больше или нет вот этой странички. Значит, у нас 10. Делаем 2 линии, отмеряем ширину и оставляем небольшие хвостики. Сейчас на этом этапе проклеим фотографии.
Thank you.